Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем новую туалетную воду от Oriflame, воздушную Glacier Air. Поехали! Новый аромат Glacier Air про головокружительную высоту. Oriflame обещает нам озоновые и водные аккорды, которые должны подарить чувство свободы и вдохновения. Дизайн флакона Glacier Air продолжает тематику коллекции Glacier. Это еще один фланкер, и подобного аромата не было еще в Oriflame. Напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это, потому что я давно в Oriflame и просмотрела очень много информации, и все-таки пришла к выводу, что нет. Смущает то, что флакон Glacier Ice похож на флакон Glacier Air, но здесь совсем другие ноты, которые мы тоже сегодня с вами обсудим. Флакон Glacier – это геометричный флакон со скошенными сторонами, которые подчеркивают прямолинейность мужского характера. И вот именно данный флакон выполнен из прозрачного стекла, совершенно нет какого-то оформления у этого стекла, и белая крышечка. Это вот прямо минимализм во всем его проявлении. И только на флаконе мы видим вот эту надпись Glacier Air. Ну и неудивительно, мне кажется, что воздушная вода, она и должна быть такой вот максимально минималистичной. Парфюмер, который создал Glacier Air, это Элиз Бина. Она провела детство в деревне на юге Франции, расположенной между склонами гор и морем. Сейчас она работает в Фёменич в Париже, но именно ее вот это вот вольное, свободное детство, горы, море, оно всегда прослеживается в ее парфюмах. И Элиз создала ароматы для многих парфюмерных брендов, а для Oriflame она уже создала Venture Power, тоже очень такой яркий водный аромат, Possess the Secret Man, Happy Desiac Woman, Eclat Mademoiselle. Также из ее рук вышло такое творение, как Glacier Fair, один из фланкеров Glacier, и мистер Giordani Aqua. Мы видим, что большинство ее ароматов, они либо водные, такие озоновые, либо очень свежие, ну, что, в принципе, наверное, одно и то же, но вот эта вот тематика простора, свободы, водного пространства, она прослеживается во многих ее парфюмах. И Glacier Air тоже не стал исключением. Давайте же мы его протестируем. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот этот колпачок, он тоже скошенный, но вы можете надевать его как одной, так и другой стороной, и тогда у вашего флакончика будет немного другая форма. Ну что, давайте тестировать вот этот аромат. Мне всегда, когда я читаю описание, представляется уже какой-то образ аромата, и когда я читала описание нот именно Glacier воздух, мне казалось, что парфюм может подойти девушке. И вот интересно сейчас, я при вас его протестирую. Ну, знаете, наверное, есть определенный тип девушек, которым может подойти такой аромат, но все-таки это мужчина. И тип этого парфюма ароматический и тонизирующий. Давайте же обсудим ноты. В верхних нотах грейпфрут, перечная мята и листья фиалки. Ноты грейпфрута придают очень нежный запах. Он цитрусовый, но немного сладковатый. Вот этот цитрусовый обертон навевает свежесть и прохладу. Но в отличие от других цитрусовых нот, именно нота грейпфрута имеет благородный, изысканный вкус и легкую такую именно мужскую горчинку. Цитрусовые ноты часто очень присутствуют в верхних нотах парфюма, потому что они очень яркие и они продают. Когда мы тестируем аромат, именно благодаря цитрусовым вот этим ярким нотам мы принимаем решение о покупке. Бодрящие ноты перечной мяты поднимают настроение. Эти ноты содержат большое количество ментола, который как бы обжигает холодом. И именно вот этот ментол дает этому аромату вот эту вот свежесть высокогорья. Я была высоко в горах, я стояла на вулкане, я поднималась на Канарских островах, на вершину вулкана Тейда, 4000 метров над уровнем моря. И знаете, вот это ощущение свободы и пространства, я никогда его не забуду, и оно действительно граничит с ощущением вот этого холода.
холода. И вот именно мята, она придает вот эту ментоловую прохладу парфюму Glacier Air. И также еще одна верхняя нота – это нота листья фиалки. Она придает парфюму легкую влажность и сочность. В нотах сердца мы находим молекулу аквазон, абсолют ладаника и яблоко. Молекула аквазон – это водяная нота, которая придает этой туалетной воде аромат чистоты и интенсивную морскую свежесть. Абсолют ладаника имеет травянисто-бальзамовый такой аромат и является фиксатором всей парфюмерной композиции. Ну а нота яблока, как и в любых других парфюмах, стирает стресс, заряжает положительными эмоциями и тоже дает дополнительную свежесть. И есть такой термин у парфюмеров – хрусткость. И именно нота яблока присутствует, если вы, вот мужчины, например, смотрите мой обзор, в аромате Happy Desiac Man. Вот эта вот хрустящая нота яблока именно дополняет букет ароматический вот этой композиции. Ноты шлейфа. Здесь у нас гвояковое дерево и сандал. Здесь у нас уже такие уверенные ноты, на которые мы опираемся, потому что именно древесные ноты, они придают вот эту мужественность и какую-то устойчивость аромату. Гвояковое дерево ценится парфюмерами за мягкий сладко-сливочный аромат. Считается, что эти ноты имеют равномерный ароматический профиль. То есть эта нота раскрывается сразу и не будет иметь выраженных ароматических переходов. Ну а нежно-сливочная сандал стабилизирует композицию, делая ее более насыщенной. И также ноты сандала увеличивают и продляют стойкость парфюма. Glacier Air – это невероятная высота и пьянящее чувство свободы. Озоновые и морские аккорды вдохнут силу, уверенность и желание стремиться выше и выше, так же, как вдыхает в нас силу и уверенность горный воздух. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!